видископ. В первую очередь я могу отметить нашего капитана Николая Полилюка, который ведет за собой парней всегда, и не только на площадке, но и в раздевалке. Он всегда разговаривает с парнями, он их подбадривает, он их поддерживает. Также Антон Давидюк, на данный момент наш главный снайпер, который, что бы ни происходило, он сохраняет хладнокровие на площадке, он всегда борется до последней секунды, он разговаривает в защите, он помогает своим партнерам, он приносит нам очки. Эдуард Фищук тоже, конечно, у него есть определенные потери, есть какие-то оплошности, но я вижу у него большое желание, я вижу у него огонь в глазах, я вижу то, с каким рвением он играет. Он играет больше всех. Он проводит на площадке в среднем по 30-35 минут. Саша Доленко, да, он пока что не может найти свою игру. Он пока что не вошел еще в этот сезон. Ему также нужно время, чтобы почувствовать себя. Но при этом он проявляет лидерские качества на тренировках. Он помогает парням в раздевалке. Он собирает парней, и это очень важное качество. С Ярославом мы нашли общий язык буквально с первых минут нашего знакомства. Он очень в личных отношениях, он очень приятный человек, с кем можно поговорить, обсудить и игру, и какие-то личные моменты. На площадке он является ментором многих ребят, он их направляет, он старается им подсказать с высоты своего опыта, с высоты своих лет. Так как он играет больше, чем некоторые из наших ребят живут на свете. Вот. И с ним он мне, можно сказать, помогает на тренировках. То есть он старается передать ребятам свой опыт. Витископ. Спортивное видео.